Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Давай посмотрим, что у нас здесь. Ага, наконец-то у нас добыт Вострозуб. Да, друзья мои, нашел я его наконец-то. Вот только единственное, что мне нужно его разместить куда-то. А я его отправлю в ангар. Пускай он сидит у меня там. Так, ну что, давай, наверное, откроем с тобой пак бесплатный, загадочный. Так, монеты Одина. Кстати, мы с тобой можем приобрести. Что-то мы хотели за монетки, да? Сейчас заглянем. Так, душитель, кревет, древоруб. Ну и ресурсики. Надо будет не забыть про монетки. Что же мы с тобой там хотели? Блин, да не руны, а монеты. Монеты, конечно же. Давай посмотрим. Мы хотели свой пак. Все, я вспомнил, друзья мои. За 620 монет. Ну что, с богом, друзья мои. Я рискую, конечно, но... А куда еще я эти монеты должен потратить? Так, купить? Да, купить. Ой-ой-ой, золотой набор, друзья мои. Поехали. 135 рун. Необычные четки. Редкий. Так... И громокоготь, друзья мои, редкий мне достается. Не знаю, насколько он хорош. Пишите, пожалуйста, мне в комментариях. Такой шитик. Мне нравится он. Мне, друзья, нравится. Ну, не знаю, насколько он хорош в плане добычи и тому подобное. Так, пускай он у нас пока пойдет обучиться. Так, что? А, мы хотели с тобой пак. Давай-ка, наверное, друзья мои, глянем. Ну, 6 монет Одина, и дальше у нас пошли ресурсы. Самое главное, что мы с тобой получаем потихонечку руны. Они нам очень нужны. И давай забирать ресурсы все, что мы с тобой тут успели насобирать. Сразу же будем отправлять их на поиски. Так, где у меня здесь? Ага, получает уровень. А мой... Как тебе Скользкопев? Названия такие. Кстати, мне написал, друзья мои, один из подписчиков и сказал, что у него есть все 567 или 576 драконов. Это что, действительно их здесь столько? Это их такое количество? Я не знаю. Мне просто волосы дыбом станут, если действительно их здесь такое количество. И это каждого прокачать, не знаю, возможно ли это вообще? Но, с другой стороны, ребята, это очень даже прикольно. Чем больше драконов, тем, как говорится, интереснее. Но вот жалко, что они все на арене не могут у нас участвовать. Так, ну что, мы с тобой все собрали, забрали. Так, что нам принес Беззубик? Оу-оу-оу. Нифига себе. Понятно. Забираем это дело и отправим его дальше. А куда тебя... Подожди. Нет, 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 нет. Мы сейчас сделаем с тобой, знаешь что, оборону Олуха мы сделаем, а уже после обороны можно его спокойненько будет отпускать. Так, и последний у нас Ветрокрыл. Ну что, к бою? Само собой, ребят, мы, наверное, здесь не пройдем. Ой, какие тут лютые армии пошли, просто лютые, друзья. Ладно, я отправлю первого в бой Беззубика, пускай он пока летит. Начнет с этого края, посмотрим. Это, естественно, друзья мои, будет бомбить. И бомбить она будет камнями. Валунами. Так, ну здесь ему... Вот, видишь? Беззубик, давай в ответку. Молодец, красавчик. Так, он должен, по идее, справиться. Ну, а мы начнем вот отсюда следующую атаку. Так, молодец, справился. В плане, я не помню. А, стрелами бомбит. Жалко, здесь нельзя как-то хильнуть своих драконов, да? Восстановить им здоровье. Кстати, здесь тоже валуны. Ё-моё, я только сейчас заметил, ребят. Ну и сейчас тут выпотрошат. Буквально моментально. Ну, Беззубик, давай вот это вот уничтожайте. Бумс. Так, у меня здесь выжил водорез. Интересно, кто кого? Мы, да? Блин, а тут, ребята, еще последняя лодка, с которой, наверное, Беззубик не сможет справиться. Хотя... Нет, наверное, не справится. Или справится. Вопрос на миллион, справится или нет?
Справился, шикарно. Друзья мои, ну что же, мы с вами переходим как бы на следующую лигу. Ну, если можно так назвать. Или как-то не лига лучше, а защита, да, Олуха. На следующий уровень, то есть получается 29-й, по-моему. Фу, солидно получилось, да. Тактика моя сработала с двух направлений нападать. Причем не как раньше, я выпускал всех, и они летят, и там погибают все. А здесь немножечко по-другому, схитрил, так сказать. Так, заберите свои награды, конечно же заберу. Древесина и рыбка. Блин, а тут руны были. Вы все молодцы, в этот раз мы хорошо действовали сообща. Теперь только осталось дождаться ответного хода Элвина. Мне пришлось использовать все свои знания о драконьих яйцах. Надеюсь, твой план сработает, Икинг. Должна сказать, Икинг, на этот раз ты и вправду превзошел себя. Ну что ж, а будем надеяться, что эта штука не взорвется прямо нам в лицо. Мне даже немножко жаль Элвина. А мне нисколько его не жаль. Получил, как говорится, по заслугам. Давай-ка мы с собой фонарик найдем. А сколько у нас там дней? 5 дней. Раз, два, три, четыре. Ну никак, ребят, не уложится, понимаешь, никак. Можно купить фрагмент за 150 рун, но... Тем более это яйцо, по-моему, у нас есть. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, есть. Ну что, Беззубик, теперь я тебя могу спокойненько отправить на поиски. Погоди-ка секунду насчет поисков. А может быть, нам тебе проще подкачать чуть-чуть? Так, теперь я могу найти размягчителя. Ты понял? Так, 33 уровень. Тишина. Ну что, давай я его отправлю, ребят, на обучение. Новые навыки. Новая карта на 34 уровень. Окей, пускай летит, ребят. Мне не жалко, для Беззубика мне ничего не жалко. Это наша имба. Поэтому пускай тренируется. Так, что у нас тут? Кто у нас тут прокачался? А, громобойчик. Он получил, друзья мои, 25 уровень. Соответственно, на лиге я могу его дальше, по идее, прокачивать. Так, друзья мои, вы меня попросили протестить Барса и Вепря. Так я тебе скажу одно, я его уже давным-давно протестил. В принципе, он неплох. В принципе, ребят. Но ватноватый. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, вот этого прокачаем. Или кого? Не забывай, что нам нужно 6 драконов 36 уровня. 36 это не кисло, на самом деле. Поэтому нужно уже, грубо говоря, начинать с прокачки. Так, может быть... Так, ага, пока не могу никуда его отправить. Ладно, пускай он здесь пока постоит. Так, нам нужно еще, да, кого-нибудь. Оу, этого я не могу отправить. Так, их... они все, в принципе, готовы, друзья мои, обучаться, но никто не может, потому что академия у нас с тобой занята в данный момент. Ну что ж, давай заберем тогда награды. Так, здесь получить. И здесь. Так, отправьте Беззубика в путешествие. Это я еще не сделал. Драконов обучить не сделал. Так, победить драконов, это мы с тобой сделаем. А, приключения, конечно же. Конечно же, приключения, друзья мои. Ну что, Громгильда. Единственный выход для Астрид — отправить на разведку Громгильду. Ну что же, отправляем. Громгильда наконец получает долгожданную возможность выяснить, как обстоят дела у острокрылых змеевиков. И отчего шум? Ей стоит отправиться туда одной или вместе с Астрид. Давай в одиночку отправим. Естественно, бесплатно. Так, ну что. А в небе над драконьим краем замечена стая диких ужасных чудовищ. Сморкала эксперт по этим драконам, а потому именно он обязан разобраться в ситуации. С чего же начать? Давай с реки. Бесплатно. Так, Барс и Вепрь. Забияка и задирака пытаются решить, как лучше всего имитировать наводнение. Можно имитировать наводнение с помощью океана. А можно натаскать воды и затопить драконий край. А первый вариант практичнее, зато второй веселее. Ну, давай, наверное, веселый вариант. Все. Так, ну и у нас Громелька. На прогулке к нам с Сарделькой вдруг направились лезвия и крылы. Мы одни,
и не готовы к схватке с таким противником. Мы с Ардевкой полетим дальше только после того, как если найдем укрытие. Не двигаться. Не будем мы с тобой двигаться, мы же не трусы какие-то там. Сарделечка, сарделечка, сарделька. Ну что, эти у нас все на заданиях. Здесь мы с тобой все собрали, что могли. Так, давай откроем с тобой пак редкий. И что же нам отсюда выпадет? Лаварык, Костолом, Шепот смерти, Громобой, Древоруб, Острокрылый змеевик, Водорез, Сарделька. Вау, друзья мои, тройной удар, чемпион. Наконец-то и мне улыбнулось счастье. Получаю нового дракона себе на арене. И это круто. Ну что, а теперь давай посмотрим, что у нас здесь. Где у нас громобой? Вот так вот. Я могу улучшить? Ну вот, совсем другое дело, ребята, совсем другое дело. Я могу его улучшать, и наконец-то он у меня получает 9 разряд. Это есть смысл брать его уже на арену. Сколько? 51 уровень? Ты серьезно? Ну это жестко. Так, у нас громобой — это зелень. Это зелень. И зелень. Я думаю, что, наверное, мы поставим его вместо ветрокрыла. Давай посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну вот, ребята, барс и вепрь, которого вы просили протестить. Сейчас протестим. А вострозуба я смогу улучшить или нужно? Понятно, 24 уровень, я так и думал. Ну что, погнали? А, ребят, у нас с вами откроется пак только через 4,5 часа. Ну, ничего страшного. Нам нужно все равно карточку с тобой набить. Одну. Так, кто там у нас был? Фиол и еще кто-то? Дофига противников, да, по-моему, у нас здесь. Так, тоже громобой, я смотрю, есть у него здесь. Ужасное чудовище. Смотри, а у него громобой почему-то, ребята, красный. А сфига ли это вдруг? Не понял юморка. Почему он красный-то? Или у него какая-то другая стихия? Я вот, честно говоря, что-то не могу понять даже. Почему так-то все происходит? На. Или у меня какой-то громобой немножко другой. Ты смотри, что делает, а? Ты смотри, что делает. А, этот, этого хотя бы начал бомбить. Давай, наверное, надо было громобой все-таки, наверное, бомбить. О, минус чудовище. Ай-яй-яй-яй-яй, понизил мне броню. А это, наверное, сейчас добьет. Нет. А, блин, мы только одного можем, да? Я думаю, пока не стоит этого делать. Вау, хиляет не кисло. Вот то, что у него усиленная атака, это... плохо. Ой, что ж ты творишь, Ирод, а? Так, по-моему, сейчас громобой моего уничтожит, друзья. К сожалению, да. Ну что же, я могу предположить только лишь один вариант. Ты смотри, сейчас этот еще шма... Слушай, нам надо ставить с тобой отражение. Поверь мне. Будем с тобой... Блин, уклонился, а? Бомби, Ага, сам себя сейчас уничтожит. Шикарно, так. Погнали. Будем с тобой сейчас этого теребунькать. Он крепкий, крепкий, конечно. Дракон, ничего не могу сказать. Упс, сарделька. Все в твоих руках. Да он сам себя сейчас убьет, вот и все, ребята. А, мы его добьем. Ну что, вот как-то так. Вы видели, да, что у нас делает барс и вепрь? Это пристеголов. Он, ребята, делает двойную атаку. Это первое, что он может. А второе, это он делает отравление. Постепенное отравление, которое действует с началом каждого хода. Ну что, давай еще, наверное, сделаем с тобой одну-две схваточки. Пока не получим, пока, да. Нужно ждать отката. Но кубки, главное, кубки у нас. И ресурсы будем добывать. Ага, вот оно что. Кстати, нам нужно будет с тобой проверить нового дракона, которого мы получили. Да чтоб тебя, вот барс, ребята, и влип, а. Походу, по полной программе он влип. Они его хотят уничтожить. Отравление я не советую делать, ребят, потому что оно отнимает очень-очень мало здоровья. Вообще, микроны.
Это как бы невыгодно нам. Так, что ты там собрался делать? Упс, а вот ребята и барса нам, к сожалению, уничтожили. Так, мы все зеленые, поэтому есть шанс, ребята, ставить усиление атаки. Ну-ка, посмотрим, насколько мы с тобой сильны. Будем вот этого бомбить. Громорога. Да, и походу дела ему сейчас будет крышка. Что-то сейчас... Ага, змеевик. А этот будет бафать. Псин, странно. Абсолютно не то делает. Ну что, опять ты, змеевик? Да что ж такое-то? Что у них с инициативой? Они ходят и ходят, а? Посмотри. На тебе, по шиям. Так, этого блочим. Ну и что, давай, наверное, еще раз пробафаемся с тобой. Да шиш тебе. На-ка, получи. Ну и последний удар, и, как говорится, змеевик упадет. Сделать он ничего не сможет, хотя у него энергии там дофигища. Мы ему заблокировали спецвозможности, да? Ну и победушка за нами. Так, ребята, давайте-ка мы с вами протестим нового. Так, подожди-ка, а что, Грамгильда может улучшиться? Нет, тоже ей нужен 24 уровень. Где у меня новый дракон? Подожди. А я, по ходу дела, получил только лишь одну карточку, да, друзья мои? А нужно, чтобы открыть две. Так что нового дракона мы с собой не посмотрим. И Косолома я улучшить не смогу, потому что... А, могу! Слушай-ка... Еще могу. Вау. Так, друзья мои, наклевывается, по-моему, новая пачка у меня. И, так, а громорога я смогу улучшить? Нет, не смогу. Так, и змеевика тоже. А, нет, змеевик может улучшиться. Хо, на восьмой разряд. Да ладно, на девятый? Это мне столько карточек выпало с того редкого пака? Слушай, вот это шикарно, ребят. Так, а престиголов? Нет, нужен 24 уровень. Лаварык, соответственно, тоже, да? Нет, лаварык может прокачаться до... Тоже до 9 разряда. Замечательно. Мне нравится, когда у меня все прокачанные дракончики. Так, а где же тот-то, которого мы, друзья мои... Как он там величался-то? Я докрыл или как он там? Его почему-то я здесь не вижу. Кнут и пруд. Так, шепот смерти. Шторморез. Роза ветров. Хм, я его не вижу, ребята, почему-то здесь. Странно. Ладно, фиг с ним. А я думал, сейчас мы его поставим и протестим. Ну, сейчас тогда мы будем с тобой тестить, знаешь, кого? А вот этого, ребята. Снарядить. Ну что, погнали? Битвочку повоюем. Костолом, ё-моё. Так, у нас два красных, да, против меня. Опа, опа, ты смотри, смотри, что он тут сделал. Тоже гаденыш, не промок. Но у него уровень все-таки, ребят, будет покруче. Так, кусаем. Вот что он делает, а? Да ну. Блин. Слабо ты бомбишь у меня, громобой. Очень слабо. Зато по тебе, конечно же, тут бомбят не кисло. Давай-ка я так, наверное, сделаю. Лаварыг. Но я его, честно говоря, не особо боюсь. Вот лаварыга именно. Что вот это вот? Снижает защиту всех драконов команды соперника. И особое умение. Так, не действует, да? Всех драконов команды. Оу. Хо-хоу. То есть немоту вешаем и защиту понижаем. Слушай, так это же круто. Это круто. Ну-ка. Сколько это действует? А, всего лишь один ход. Жаль.
Жаль, что один ход. Сейчас будет, ребята, больно нам. Да, громобой потеряли. Все, кому-то крышка. Хотя нет, подожди, еще. Еще живем. Живем и пахнем. Лаврыга я особо не боюсь. Вот меня вот этот вот смущает. Оу, щетус. Че прикажете делать? Блин, я не знаю. Ну, давай так попробуем. Хиляться будешь, нет? Нет, они меня сейчас уничтожат, ребята, костолома. А мне остается только лишь ставить отражение. И надеяться на выживание. Делай массовую атаку, какую-нибудь свою, там, я не знаю, что у тебя есть. Ну, давай, наверное, все-таки костолома будем разбирать. Хиляет, а ты посмотри. Замечательно, великолепно. Так, ну что, будем с тобой через отражение, конечно же, работать. Что он там сейчас будет делать? Кусает меня. Он меня кусает. Ну давай, бомби. Опа. А смогу ли я с ним справиться? Вот в чем вопрос. У него вообще здоровье-то хоть отнимается? Что-то я не заметил. Отнимается по чуть-чуть. Сейчас... Блин, ничья, ребята, ну... Ну какого лешего ничья? Слушай, ну вот тяжело с Ордельки, конечно, драться с кем-либо, кто имеет отхил. Ладно, с ареной мы пока закончим. Что у нас по событиям? Открыть. Ага, здесь еще 20 часов нужно. Давай посмотрим, что за под... О, ребят, моя любимая подготовка. Ай-яй-яй. Так, ну что... с кем? Какие тут, ребята, будут у нас драконы? Хотелось бы посмотреть. С кем мы будем драться? Уже из расчета будем с тобой делать свою команду. Так, злобный змеевик. Две штуки, они синие и красные. Синие и красные. Так, что мы будем с тобой делать? Синие и красные. Так, против них хорошо будет фиол. Блин, зелень надо убирать. Друзья мои, зелень будем убирать с вами тогда. И надо брать фиол и синих. Вот таким вот образом. А раз у них будут синие и красные. А фиол кто у меня? Ну, в принципе, барс и вепрь у нас фиол. Так, блокируем. Надо не забывать, что здесь две волны. Зелень. Зелень, если брать, то только, наверное... Да ё-моё, промахивается, а? Ты посмотри. Так, давай блокировать. Это еще до сих пор только первая волна. Ну, костолома, я думаю, надо будет убирать отсюда. Из этого отряда. Так, последняя волна. Ах ты, ханурики. Водорез. Ну, тут, конечно, лучше, мне кажется, водореза бомбить. Так, фиолы. О, а тут наоборот зелень очень хорошо себя проявляет. Подожди, тут значит будет, друзья мои, соляночка. Я так понимаю. Тут рандом драконы, поэтому нет смысла кого-то убирать. Чисто фарт. Все, по-другому не назвать. Как говорится, на кого попадем, на того попадем. Видишь, тут, например, как костолом хорошо бомбит. И сарделька, блин, если бы она еще попадала. Замечательно, ну это первая волна. Сам понимаешь, здесь довольно легкие драконы были. Но тем не менее прошли. Так, нам дадут возможность? Конечно, конечно дадут. Крутим. Ну понятно, ресурсы, да? А нет, ты смотри-ка. Дали грушу, в коем-то веке. Замечательно. Так, ну что, забираем с тобой янтарь. Спасибо большое. И двигаемся дальше. Тут будет 400 листочков. Кстати, нужно посмотреть, сколько у меня листиков-то уже накопилось. Может быть, кого-то можем приобрести, хотя вряд ли. Мы с тобой недавно тратили их. Причем довольно сильно потратили. Че, один дракончик всего лишь? Ты серьезно, малыш? Ну куда ты тянешь, а? Вот куда ты тянешь, а? Объясни. Малыш, ну мы же тебя сейчас раздавим толпой, ты понимаешь? Нет, это... Да, громобой, конечно, очень слабо сейчас бомбанул.
Сарделька тоже не ахти. А зачем нам это делать? Вот так сделаем. Эх, костоломчик, костолом. Он усиленную атаку имеет, так что, наверное, сейчас мы распишем. Все, ребят. Ну и кто у нас там на последней волне? О, вот, уже посерьезнее ребятушки вышли. Значит, фиола, да? Два. Как раз под моих зеленых. Это будет вообще великолепно. Так, красный. Ну, давай вот того вон. Вжучим чуть-чуть. Ну чё? Нет, не получилось. Хотел, да, но не получилось. Так, уничтожим, да. Замечательно. Не, громобой против зелени, конечно, ребята, творит просто чудеса. Почему он меня всегда и разбирал на аренах? Когда вот я выхожу зеленью своей, да, против громобоев, они меня расписывали. А тут я, ребята, все это ощутил, как говорится, на собственной шкуре. Вижу. Ох, ничего себе! Запалил, ты прикинь? Вот это да, вот это он вжарил, друзья мои. Моему дракончику, костоломчику. Ну, на тебе за это. Все, друзья мои, очередная волна у нас с вами пройдена, и мы двигаемся дальше. Сейчас будем крутить колесо удачи. Ну давай, родные мои. Так, бревна, да? 100 тысяч бревен. Ну, в принципе, я не жалею, ребят. Бревна тоже нужны нам. Так, что у нас дальше с тобой? Очередной бой, потом будут листочки. 400 штучек листиков. Ну, ты опять один. Почему это они, интересно, его всегда одного сюда выпускают, а? Скажи-ка мне на милость. На... Ой, уклонение сработало. Так, тихо, парень. Давай-ка... Без буянства. Так. Укусик. Это был комариный укусик. Раз. Так, сарделечка. Молодец, красавица. Ну что, последняя волна. И тут у нас оу. Тихо, родные мои. Так, я думаю... Блин, подожди. Давай, наверное, вот так сделаем. Давай сделаем так. Шиш тебе. Это, друзья мои, краснуха. Краснуха, блочим. Хотя, зачем блочить? Он бы все равно ничего не смог бы сделать. А это кнут и прут, что ли, у нас тут плешет? Минус. Можно было бы, конечно, сделать баф себе. Но это не обязательно. Все равно ему крышка. Пристиголов, тебе крышка. Ты в курсе, нет? Тебе здесь уже ничего не поможет. Ать, или поможет. Все-таки успеет сделать, да, суперудар? Ты посмотри, как он вбахивает. Ну, правильно, ребята, синева против красных. Очень хорошо рулит. Это опасно. Ну что, победа за нами. Давай рулеточку, пожалуйста. Блин, вот попасть бы там, вот где у них, да? 50 тысяч древесины. Там, видел, идет вот сразу же. Раз, два, три, четыре, пять. Пять паков сразу же. Ну, я здесь даже рядышком не прохожу. Так, ну что, листочки мы с тобой забираем. И вот там уже у нас с вами загадочный пак. Так, у нас с тобой две энергии всего лишь осталось. Жаль, что две энергии. То есть мне не хватит. Нет, этот пак я заберу. Этот пак я получу. А вот дальше, к сожалению, не пройду. Не смогу. Не хватит энергии. Ну ничего страшного, она имеет свойство накапливаться. Так, а теперь вот этого нам выставили, да, первым? О, тут уже три волны. Ага. Так, ребятули, три волны. А где твое здоровье, парень? Я его не вижу. А, что-то я вообще уже, ребят. Где твое здоровье, спрашиваю? Здоровье вот у него, наверху. Что ты там? Тихо, парень. Это фиолетовый, все, он готов, ребята. Вторая волна состоит из скольких драконов? Из двух. Это красный. Против зелени. Этот зеленый. Так, начинаем вот с этого, ребята. Начинаем с красного. Потому что он сейчас будет зелень мне. О, дурила картоновая. Зря ты так делаешь.
Так, а зеленый у нас против Фиола. Фиола у нас нет, поэтому особо сильно волноваться не будем. Ох, смотри-ка. Расклепали. Так, блочим. Почему блочить, ребята? Потому что у него сейчас накопится энергия, и он смог бы сделать массовую атаку. Но мы, естественно, ему не дадим такой возможности. Так, удар хвостиком. И громобойчик добил. Нет? А, добил, добил, молодец. Так, последняя волна у нас здесь. Опять этот шепот смерти, да? Фиолетовый и зеленый. Ой, как нам повезло, друзья мои. Нам просто повезло, фиорчик и зелень. Это как раз то, что я люблю разбирать на изи. Так. Зелень. Против зелени, конечно же, у нас громобой. Ой, громобой, ребята. Конечно же, костолом. Он предназначен для уничтожения зеленухи. Так, блочим. Ну что-то костолом, все. Что-то прыгает тут, дергается. Ведь тебе же все равно здесь ничего не поможет уже. Все, можешь складывать зубы на полочку и идти спать. Да, друзья мои, прошли. Прошли мы с вами этот поединочек. Давайте ко мне рулетку. Блин, твою же налево, я хотел 3 груши получить. Ну ладно, 100 тысяч древесин, я тебе говорю, это тоже неплохо, ребят. Так, ну что? Дайте мне, пожалуйста, пак. В плане, я думал, что я на него перейду. Ага, хренушки там. Нам нужно еще с тобой сделать бой. И тут уже 2 персонажа нас встречают. Так, зелень и синька. Надо начинать с синьки, ребята. Иначе костолом наш будет в большущей беде. А я этого позволить не могу. Так, влупляем. Кусаем. И это все равно не помогает мне, да? Сейчас влупит. Ух, вот видишь, о чем я тебе и говорил. Минус. Так, ну что, костолом... Ой, громобой. Да ладно, ты успокойся. У нас с тобой хила нету, да? Вообще никакого. И это плохо. Давай, наверное, сделаем с тобой баф небольшой. Ну что ты там вынюхиваешь? Все вынюхивает, а своим этим носом водит. Давай, добьешь? Эх, сарделька, сарделька, ну что ж ты. Чутку тебе не хватало совсем. Нам повезло. Все, ребята, переходим на вторую волну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, что здесь творится. Блин, я, наверное, ребята, сделаю вот так. Ух ты, ничего себе. При пониженной броне вот эта атака, ребята. Давай сделаем таким вот образом. Все, минус один, ханурик. Так, громорок. А это фиол. Слушай, фиол, это же вообще наша стихия, ребят. Давай-ка громорога, наверное, с тобой бомбанем для начала. С этим разберемся чуть-чуть попозже. Он ничего здесь все равно не сделает. По крайней мере, нам. Ну, что-то там. Это у тебя что такое? Ой-ой-ой-ой, это рога у тебя, да? А похоже, как будто очки какие-то. Все, ребята, блочим его просто-напросто и начинаем разбирать. У нас зеленуха против фиолетового. Самое то, что нужно, сам понимаешь, да? Он сейчас будет получить такой дамаг. Маленький. Маленький дамаг он почему-то получает. Ну, видимо, это как бы главный, как босс у них тут никто. Эй-эй-эй-эй-эй. Парень, ты успокойся. Он начинает буянить мне. Все, очередная наша победа. Давайте мне пак. Вперед и с песней. Крутим. Давай вот этот вот. Ага. 350 тысяч рыбы. Ну, это тоже неплохо. Ну что, друзья мои, забираем все равно свой пак. И энергия у нас, к сожалению, с тобой все. Тю-тю, закончилась она. Остается только ждать. Но он там у нас еще впереди будет. Классный пак. И мы с тобой обязаны до него добраться. Понимаешь? А пока все. Давай заберем награду, видимо, за битву. Да? Так, 5 драконов мы с тобой победили. Шикарно. И открываем. Так, янтарь 1400. Тусклый. И, конечно же, пак. Так, 6 монет Одина.
Лаварык, Костолом, Беззуби. О, друзья мои, Беззуби готов прокачаться. Ведь готов? Это что такое у нас? Лаварык, что ли? А, да. Ну, ребят, я его отпускаю. Нам он не нужен. Так, древоруб уже отдыхает. Насобирался, да? Они тут все, смотри-ка, уже забалдели. Так, вернем и отправим. И отправляем заново. Так, что у нас тут? Еще что-то выполнили. А, получить 600 тысяч рыбы. Окей. Так, я хотел посмотреть, что же у нас тут по листочкам-то происходит. Ну, 1500 листьев. О, ребят, нам пока в ближайшее время ничего не светит. А если будет светить, то, скорее всего, это будет мрачный дождевик. Шелкопряда брать, я думаю, не стоит, он у нас есть. Да, это будет мрачный дождевик, скорее всего, которого мы с тобой приобретем. Так, эти уже тут сидят, балдеют. Да, если мы с тобой... Новый спустимся. Если мы с тобой накопим миллион именно древесины, мы с тобой сможем расширить нашу территорию. А я хочу яйцекус, зубоскал. Лети, учись. Так, и громокоготь. Блин, расширять академию. Так, ты что тут притулился? Иди. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноточке мы с вами будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.